It's even worse than I thought. And I know how to paint a dreary picture. Get out of here. I'll make one hell of a stand. A moment of respite. Gather your strength. Weapons ready, Drang Barati! Baraki are everywhere! Sigmar walks with us! We shall not fail! Зи, господа и дамы зрители, привет! Вновь на канале Благородных Сэров. Мы вновь находимся в таверне. Я не помню, как она называется, но не важно. Красная луна! Да, продолжаем проходить. Я в компании прекрасных дам. Я не знаю, ты своим огнем обдолбался, что ли? Ты лучше... отсюда! Рыбину покажи, слышь? Покажи рыбину. Встань! Да не этой стороны. А вон давнюю рыбина. Во, рыбина какая висит. Класс. Вкуснятина. Так. И с нами Арандор сегодня. А вот Алекс Игл, к сожалению. И бот с нами. Да, потому что... То есть вот, простите, пожалуйста. Да, и сегодня тоже у нас знаковый день. Мы начинаем проходить дополнение. Замок Дракенфельс. Собственно, начнем с него же. Ой, чё, куда? Что скажут-то нам? А, подожди, надо нажать сначала. Кристоф Энгель, верховный маг, хочет дать тебе работу. Прикольно. Пошли работать на мага. На работу, говорит, на работу. Нажми на работу. F2. Вау. Жал. Я нажал. Не нажал. Вот нажал? Че не нажал? Нажал, блин. Ёпта, да? Работать. The Grey Wizard of Uberschreit has discovered that the Skaven are breaking into Castle Drakenfels. Ну, короче, замок Дракенфельс — это местная достопримечательность, где жил какой-то упырь, который колдырил. Поэтому все его боятся, и что-то у него там были какие-то артефакты, которые мы должны стырить. И крысы тоже их хотят стырить, потому что они крысы. На самом деле, потому что ими руководит вот та крыса, которую мы в прошлой серии выпилили. Но она всеми все еще руководит, потому что здесь как бы отсутствует, понятное дело, привязка к событиям, я имею в виду, к линии временной. Ой, болтовня началась, ну. Ну как тут все коридорно-то? Конечно. Тут у меня сзади грудь тут скотина. Он эту крысу подвесил. Было другой посох брать. А тебе по голове. Неплохо. Ел. Слушай, а где можно вернуться? Слушай, я не знаю, сколько можно вернуться. Я в бок отскочил, и он так клацал этими своими клацалками и не поймал. А, надо, в смысле, пробел, да, клацать? Ну, пробел плюс в сторону, стрейф делать. Ну-ну-ну. Так, еще. Так, а ты тут бывал ведь, да, Валенар, ты же? Гримуары, фолианты нам надо собирать всем. Да, есть вот, но тут их тяжело довольно доставать. Арандор, тут есть стрелы. Возьмешь? Давай. Ничего. Тут их не так-то просто найти. Это не заныканы. Ну не то чтобы сильно заныканы, но
какой-то степени довольно сильно. Я-то в первый раз вообще на этой карте. Вы бегите за мной. Поэтому... Она зловещая, эта карта. Восторженно молчу. Эй, мой фраг был. Здесь мы берем фолиант. Патроны, кстати, кому надо. Патроны. Взято. Как ты выпил с одного-то тычка? Ну, я в него стрелял до этого еще. А. Куда они лезут? Посмотри на них. Блин, я забыл свойство оружия своего. Блин, пропустил оба удара. Блядь, нам куда крысы? Сюда? Да. Блин, Арт, ты только сильно не спидрань, ладно. Надо посмотреть все везде. Там еще есть проход какой-то. Да, там проход не, есть. Или он соединяется? Взади, Арандор, взади! Да там был проход еще. Тут, блин, там ничего важного в том проходе не было, я надеюсь. Не-не-не. Это крыса так протяжно вопила. Да, так. Ааа, говорит! Ааа! Патроны. О! Крюка крыса. На отмашь убил этого командира. Оу, буль. О, вот здесь смотри. Ой, какой приятный джем. Смотри на меня. Сейчас я их убью. Посмотри, вот все, сейчас все. Крыса мешает показывать веселые вещи. Да ёпта, что это такое-то? Руби. Надо почаще использовать дробовик себе. Схватили. Ой, схватили! Смотри. Где ты? Я смотрю. Подожди, я не смотрю. Давай еще раз. Да? Смотри. Ведьма, есть ведьма. Под струю. Да ё-моё, ну блин, я... После эльфийки играть с двумя кинжалами. С гнома с двуручной секирой, это вообще. А ты это... Может тебя вылечить? Вот сейчас, внимание. Сейчас смотрите, как попасть к гримуару. Сейчас вам старый игрок расскажет, как попасть к гримуару. Смотрите. Особенно вот смотрит. Вот, смотрите, прыгаем сюда. Вот так вот прыгаем сюда, где я стою. Вот, и вниз. Мне кажется, я не смогу. Можешь. А как запрыгнуть на так? О, просто дверь себя. Блин, я ногу подвернул. Вот, знаю, не пойдет с нами, может быть, не пойдет. Так, вот тут, внимание, ловушки, перепрыгиваем их. Тыц, так вот. Тыц. Тыц, так вот. Как в Невере? Я нашел его. Забрал, да? Молодец. Короче, попрыгиваем здесь. Лезем. А как лезть? Контрол нажми. О, вот с нами пошел, молодец, вот. Так, никому полечиться не надо? Ну, надо Рандору вылечиться. Он сражается уже там с кем-то. Да ё-моё, ну. Эх. Ладно, страничка, ребят. Ай! Ай, сзади на меня попал! Так, тише. Блин, бедный вот. Ладно, куда теперь? Сюда, да? Ассасин!
Зафейлил несчастно. Блин, давайте спасем Вата, успеваем ли? Спасем. Нет? Да, спасем, спасем. А, вот, держись. А где это он? Никто не спас. Все. Ну, ёпта. Ну, ладно. Помогите союзнику встать. Увы и ах, союзник. Ты на картах тут сидит. Тем щелкает. Ну как его штырит. О, такой, о, давай еще, еще. Убил его через стенку. Вот и наша вот его заботливо скавины оттащили вот сюда. Стечка, о, бомба. А, меня зажали со всех сторон. Сзади. Иди к черту. Что-то меня тоже, я запутался за переключением оружия с одного на другое. Вот у меня такая фигня тоже бывает. Ну ничего, мне нравится так спокойненько пока все. Да. Спокойно и хорошо. Открывай дверь, говорит. Открывай дверь. А, сундук не открывающийся. Повернуть ливер. Повернуть печень. О, на картах. А вы что, не в ту сторону пошли? Тут скотина какая. Тут дверь с ништячками. Тут должны они быть, да. Тут сроки. Ага, тут. Так я, наверное, беру гримор. Ну, гримор, то есть вариант. Нет патронов. Нет патронов. Где ассасин? О, что это они тут? Пожрать нашел, что ли? Покушать? Тут было пиршество где-то вот этот самый. Они его называют как-то заклинатель. Ты призываешь для заклинателя. Ой, стрелы закончились. Блин, это было тупо. Вот там что-то лежит, да? Там страничка есть. Крюгеру плохо. Страничка служил? Че, взял страницу? Страница тут была? А, страница, надо взять. Тут говорит зал трофеев и все дела. Патроны тоже кончились. Ух, красота. Ой, там патруль. Какие-то трупешники сидят за столом, да, еще. Патруль, ой, пацаны. Давайте сюда. Надо его обойти по возможности. Бот, ну что. Ну, не знаешь, как русские рэперы, которые имитируют звук затвора, передергивая. Которые клик-кляк. Имитируют звук музыки, да? Я буду щитом, говорит. Я буду щитить. А я сейчас буду рубить вас, упыри. Ну, в принципе, нормально, патруль обошли. Или не обошли? Ай, пошли. Я нашел всякие зелья тут. Так, ну ладно. Скорость, все, нам сюда. Это что?
Рандор, что-то ты где-то не туда пошел. Я посмотрел, сейчас иду. Пойдем туда сходим. Да, Валенар, ты веди, веди, только... Не хотелось бы ничего пропустить. Тут книжечка. Гримуар? А, флянт. Так, надо бы полечиться. Ну чё, жримуар-то один тоже, да? Нет, два. Мы ещё до него вышли. Это длинная карта. Давайте лечиться. Давай в комнату. Давайте. Я буду смотреть. А у вас есть? Просто не хватает. У кого масхил есть? У меня есть. Но у меня нет смысла лечиться. Значит, давайте я вам отдам. Боту передай. А у него так нет, подожди, нет. Тоже смысла лечиться? Нет еще рано, что вы решили? Ой, ну вот ладно. Глоботир пришел. Ой-ой-ой! Что такое лежит здесь? Ассасин! Крысятина, а? Ой, сзади бежит сколько их. Ой, со всех сторон бежит сколько их. Разбрасывайте их, мочи и руби упырей. Лысые хомячки. Ой, казывай. Глоботир! Перерыгиваем через баррикаду. Перерыгиваем. Печь, ай, мудак, не сбил по защиту. Без ноги, вверху. Так, это могут быть хитрые вверху. Я поверху пробегу. Ну, походу, здесь хер. Здесь хер, а не хилки. Ну, бомба, да? Блин, надо было использовать бомбу, но был позыв тогда. Сундук тут есть. Пустой. Блин, дайте бомбу в какой-нибудь кину. Ну ладно, пусть лежит. Может, еще вернемся. Нет. Сундук пустой, да? Mm. Даже никаких контрактов нет для... Ой, как красиво, как мне нравится. Давайте жить останемся. Выгоним этого мага отсюда. Никто не живет. Так, аптечка. Сзади, сзади. Сука, бегут как. Так, вот сейчас мы... Должны быть лечинки. Крыса крюк имеет Крюгера. Так, тут ничего хилка нет. Хилка, да? Есть. О, сундучман. Бомба еще одна, естественно. Так, значит, вниз не давай просто прыгать. Стрелы, да? Да-да-да. И есть еще тут аптечка. Вот здесь, сюда. Надо Валенарда подлечить. Ну, или Арандора. Кого-нибудь да подлечить. Не... Да у меня есть своя. Идите, идите сюда. Сюда и... Да. Нужно будет сейчас перепрыгнуть на ту сторону. Глоботир. А если не сможем? Да, не достанем гримуар. Видите, где? Где он? Подожди, я глоботира ищу. Может быть, внизу. Все. Видите, где я? Угу. А как ты прыгнул просто? Да. А! Ой, блин, я здесь. В
Взади! Ой, уже спереди. Ой, сзади сколько прыгнул. Я, в общем, прыгнул. Пробую. Все. Все? Угу. Я думаю, что это пока там, там этот выступ такой дурацкий. Надо сначала на выступ. Да, мы сначала на него запрыгиваем. Прыгать. Отлично. Так, идем. Значит, смотрите, гримуар находится. Гримуар находится вот тут. Есть тут сундук у нас. Сейчас, дальше по. Дальше по коридору. А, я совсем упал, блин! Вот он на полочке разлезет. А да, вот он. Я беру. Я так и не увидел его. Вот здесь он лежит, вот здесь. Вот здесь. А все, пошли. Вот тут, вот тут. Я запомнил на будущее. Куча, блин. Теперь вниз прыгать? Да, вниз. Ой, давайте я вылечусь, кому может. Бомбой. Там дальше. Что-то бот застрял. Ну сейчас он пойдет за мной. А, я опять не сидел! Я специально подождал, пока он на тебя нападет, чтобы прицелиться легче было. Сейчас смотри. Нам дальше, дальше. Саджа, Саджа! Ладно. Че? Вот. Вот эти вот штуки. Мы должны взять 4 статуи и принести их туда. Первая статуя находится внизу. Ушли. Нет. Они не взрываются в руках. Ой, пакетик приближается. Как они всё, так? Прикрывайте меня! Берём разнообразие её? Просто сделано было. И тащим. А то все бочки да бочки. Решили, дайте-ка мы статуи заставим их таскать. И кладем ее вон туда и вот. Собственно, под главную статую. Теперь вот сюда пошли. Тем временем сзади раки роятся. И спереди. Так, вот бежим отсюда. И тут у нас... Ну чё ты сквозь меня-то бежишь? Маленький сюрприз. Вот у нас внизу почему-то бегает. Ай, меня вырубил упырь! Скотина какая, а? Ой-ой-ой, вот а, украли. Блин! Почему вот так книга, мне интересно? Гном Камикадзе. Ай, крабер. Так, а теперь все, давай. Мы получили крипа-крыса. Ай, крысу штырит, капец, она превратилась в пространственную аномалию. Вот сколько там крыс на боту налетел? Нам нужно бота спасти, а то... А чё он опять умер? Я же его резнул. Там крыс много. Не трогайте бота, вроде. О, мой посох, он же хилит, когда... поднимаю кого-то. Точнее, когда помогаю. У нас хп-шек мало, кстати. Ой, блин, это печально, блин, да. Осторожней. Ну вот, ну чё ты, блин. Так.
Дайте хоть эту я поношу. О. Давай. Надо спрыгивать. Там, вот так. Там героически. Не, спрыгать сразу не надо, ты идешь все. Вот здесь надо прыгать, да? Ой! Здесь прыгать? Ну, короче, кидай вниз. А, бомба, бомба, вонючая. Ай-яй-яй, сзади ударил упырь. Ой, блин. Подним. О. Ой, у меня бьют, не бьют. Ой, меня убили, убили. Спасибо, Ники. Так, бросайте статую быстрее. Выпей таблеточку, маг. А теперь становимся вот сюда, вот на эту деревянную штуку. А бот умер. Ничего страшного. Ой, меня убивают. А, мы забыли взять эту книгу. Какую книгу? Которую бот вырвал. А у бота была книга? Ты помнишь, где она? Да, он что-то не что был. Наверху он, вроде где-то. Умер. Не нашли ее, не? Сейчас. Вот, вот нашел я. Все, пошли вниз. Вот там чашу и валим. А меня вынесли. А блин. Меня тоже, меня все с корнями вынесли. Ой, блин. Так, хорошо, сзади остался. На блоки поднимай, на блоки поднимай. Блин. Печалька. Держи. Почему так все? Бери, беги быстрее, хватай чашу вниз, прыгай туда. А где чаша-то? На, возле статуи прямо. Вот, блин. И становись на деревяшку. О, ассасины, я все. Хватай чашу. Печалька, да. Назад. Зрители, мы услышали тут кое-что. Ой, он горит. Все. О! Круто. Почему? Вот застрял. Маленький инструктаж, давай. Вот там вот штука. Чаша стоит под статуей. Мы ее берем и становимся на квадратную... деревяшку. Она открывается, и дальше все увидим. Да ты просто мастер инструктажа, ёмта. Я не понимаю вообще, да, как... Господа зрители, мы чуть-чуть забыли включить запись, но ничего не произошло, мы просто упали вон сверху. Кроме просранного гримуара, я вообще... Я опять просрал гримуар. Не понимаю... Я просто... Так ты потому что, блин, наиграл 100-500 уровней. Так как прокачал? Его можно выкинуть? Как? Пытался... Взял в руки, левую кнопку нажал, он выкинулся. Вообще странно. Достал книжку? Я не буду... Достал книжку, думать. Книжка как... Где? Ну, я когда-то хотел избавиться от книги, ну, выкинуть ее, чтобы взять аптечку, и не знал, как это сделать. А, видимо, гримуар выбрасывается легче. Ну, фолиант никак не выкинуть. Вот нажимаю левую кнопку, ничего не происходит. Правый, он защищается им. А, черт, проклятие, хлестает вас! А теперь бежим! А то сейчас будет у нас на пути вставлять всякие решетки появляться, мы их должны обходить. Ну как, из туннеля в туннель нужно. Меня схватили! Нет. Сзади. Убивают, душат. Блин, что ж ты никак не сдохнуть позорно?
Ну, приятно на вас, если бы у нас было бы... Меня убили! Меня схватили. Сейчас. Ты должен меня спасти. Быстрее. А где? Дальше, вперед. Рубите, они меня все еще бьют. На блоке меня спасайте. Да как? А вот... Нет. Все, не успел. Да как так же? Ой. Книжка какая-то выпала. А, фолиант, блин. Да, хоть фолиант унесу. Спасибо, вот она, да. Давай, о! Так. Драки роятся! Ну, старайся после... Ты бьёшь, да, таким размашистым ударом? Ну, бьёшь. Отходить еще. Сразу, то есть ты ударил, за так обстрей в конце удара и назад. Бот взял гримуар. Блин. Вот. Да ё-моё! Ну, блин, а. Красота. Ну, блин, сзади уже... Все, короче. Не ждала вот. Быстрее поднимай, Холмс, на блоке поднимай. Я не умею. Зажал блок, поднимай. Теперь вот спасайте. Да, это весело получается. Я там прямо по крысу подбираю. О, крысы. Нет! Спрячься. Сбоку, с Холмс, сзади. Теперь попа. Я сейчас его убью сзади. Бегите. Ой, блин. По голове его. Ого, а с него доспехи исчезли, кстати, блин. Бомбардир. Блин, сзади. Сзади вот это. Скорость всех порешал. Скорее. Вот сейчас там преследует финишная прямая. Ой, крысы. Да, сейчас заметил, что мы с крысами воюем. Ой, я все сейчас, я Жабкин уже. Жабкин? Давай, бот. Нет! Нашего гнома убили, говорит. Ладно. Так, что теперь, сейчас куда дальше? Сейчас мы тебя подождем. Все книжки мы уже потеряли, да? И не все. Две книжки у вас должны остаться. Вот у меня закончилась стрела. Все нанесли. О, раздолье для мага. Так, как и у них пехота чаржит. Дико бешеная. Спасай быстрее, я их держу. Я лежу рядом сзади. Где? А вот он. Спасибо. А теперь побежали. Я долго не продержусь, говорю я. Нашего гнома убили. На, нафиг. Крысятина поганая. Да блин! Так, все, забегаем в повозку быстро. Нафиг это все. Вон еще бегут. Гримуары потеряли, свои финансы. Сосед убил сам прошутку в наших. Да блин, у бота этот остался. Пофиг бота. Вариант у него. Его не обязательно ставить в повозку, да? Главное, чтобы он выжил. Ну да.
Потеряли я все дум... гримуары, но выжили. Я думаю, мы умрем там. Я тоже. Особенно, когда мы остались вдвоем, бесполезных двое таких. Так подожди, мы что, реально все фолианты потеряли? Да. Мы же... Не, ну я... У нас три фолианта найдено. Зелье скорости выпил, и благодаря ему, в общем-то, смогли выбраться. О, еще один лук дали. Блин, а, всего два кубика. Там мне ничего не выпадало за эльфийку-то, полетело все подряд, блин. У меня дали зеленый лет. А, ну этот лук хуже, чем предыдущий. Где? У нас вот героически вытанковал 1004 урона. Ух ты, да я лучший! Подожди, а где? Марк, да. Получено урона, да, надо смотреть? Ну да. А как ты смог нанести урона больше, но убить при этом... А, нет. Марк тоже. Я лучший, детка! Да, это было жестко, знаете, и все было в этой миссии, и гнев, и печаль, и отчаяние, и надежда, и надежда, да, но такими они и должны быть, насыщенными на события, динамичными и классными. А тем, кто был с нами сегодня, большое спасибо за внимание. Канал Благородных Сэров, Вархаммер Верментайт, ваши сэры Холмс Арандор и Валинар. Всем пока. Пока.